Приветствую всех на канале Есть Поесть. Сегодня делюсь рецептом универсальной выпечки. Это торт или пирог, или как ее еще называют, королевская ватрушка. Делается она просто и быстро, и при этом очень эффектно смотрится на столе. Вариаций этой выпечки великое множество. У меня сегодня шоколадная с ягодами. Список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием к видео. Сначала сделаю начинку. К яйцам и творогу добавляю сахар, ванильный сахар, немного сливочного масла, его количество зависит от жирности творога. Далее добавляю 3 столовые ложки с небольшой горочкой манной крупы. С ней получается особенно нежно, но если вы не любите, замените крахмалом. Погружным блендером довожу до однородности. Можно проработать до кремообразного состояния, но лично мне нравится, когда остаются небольшие крупинки. Теперь сделаю тесто. Просто складываю все продукты в чашу измельчителя, масло при этом должно быть холодным, прямо из холодильника, и доведу до состояния крошки. Взяла форму диаметром 18 см, дно застелила пергаментом и выкладываю примерно половину крошки. Равномерно распределяю и слегка прижимаю ко дну. Выкладываю начинку, разравниваю. К ягодам добавляю столовую ложку с небольшой горкой крахмала или муки и размешиваю. Я использую свежую черную смородину. Если вы берете замороженные ягоды, делайте то же самое, не размораживая их. Укладываю ягоды на начинку и слегка их вдавливаю ложкой. Раскладываю оставшуюся шоколадную крошку и отправляю пирог в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовому пирогу даю остыть, пройдусь по краю ножом и извлеку из формы. При желании можно посыпать сахарной пудрой и украсить веточкой мяты. Отмечу, что пирогу нужно дать хорошо остыть, чтобы он стабилизировался и лучше держал форму. Хотя, если вам это не принципиально, пирог очень хорош и в теплом виде. Посмотрите, какой красавец! По внешнему виду больше напоминает торт. Крошка получается не очень хрустящей, она очень нежная и буквально тает во рту, отлично сочетаясь с не менее нежной начинкой. Разумеется, манной крупы в ней не чувствуется. Она лишь придает крему легкую и пышную структуру. Ну и во многом определяют вкус выпечки ягоды, которые вы используете. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на моем канале и другие рецепты не менее вкусных и простых летних пирогов. Подписывайтесь на канал Есть Поесть, а я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, увидимся в следующих видео.